Батареи москвичей станут теплыми не раньше, чем через неделю. Об этом заявил замглавы Минстроя. По его словам, отопительный сезон начнется, как только температура на улице опустится ниже 8 градусов. А вот в 8 регионах страны к подаче тепла в дома уже приступили. Ведь с этого года региональные власти могут сами устанавливать нормативы для начала отопительного сезона. Есть в России такие места, где топят круглый год, например, в некоторых населенных пунктах Камчатки.